У музеї футболу підбили підсумки аматорської футбольної ліги обласної федерації футболу. Загалом у змаганнях взяли участь 27 команд, які були розподілені на три ліги. Чемпіоном вищої стала Сегедка, яка на 2 очки випередила ФК Таїрова. Кращим воротарем цієї ліги став Сіріль Поль зі складу бронзового призера Біляївки. Кращими захисником та півзахисником визнали таїровців Саковича та Кучеренка. Кращий тренер та гравець у переможців, які націлилися на другу професійну лігу. Изначально это было как любительская команда, собиралась чисто фанаты Черноморца, а потом уже и дальше пошло. Начали с 8-8, там выиграли все, можно сказать. Пошли в город, сейчас в городе зимнее первенство выиграли, выиграли летнее первенство. И вторая лига Украины – это то, что мы куда стремимся. Есть, конечно, пару позиций, надо опыта добавить. У нас как бы в основном команда молодая, но в целом я вижу, что команда готова. Хороший бой дать во второй лиге. Я считаю, что этот год мы провели на достаточно высоком уровне. Хорошая высшая лига, хорошая лига исполнителей. То есть много ярких фамилий было. Победителем высшей лиги стала команда «Сегедка» с тренером Горбатенко Дмитрием. Второе место – команда «Таирова». Третье место – команда районного центра «Беляевка». В первой лиге чемпионом стала команда «Интер» под руководством Валентина Стрижакова. Второе место заняла команда «Пиратов» и третья – команда «Малиновская». Также была вторая лига у нас. Победителем стала афганская община «Дружба». То есть это первая часть этой команды под эгидой Аматорской Волгоградской области. Второе место заняла команда «Трилюс Бургуджи» и третье место команда «Ірік». Перші лізі «Інтер», у складі якого багато досвідчених гравців, на 12 очків випередив «Піратів». Бронзу взяв Малиновський, який змінив тренера по ходу сезону. Кращим тренером став Валентин Стрижаков, а кращим гравцем – Віталій Зінченко з «Інтера». Сезон получился довольно, сложился довольно хорошо. Команда стала чемпионом с отрывом, довольно приличным отрывом в 12 очей от второго места. Забили 78 мячей, я считаю, это довольно достаточно. 24 игры тура было, пропустили 28, разница плюс 50. Ну и наградили нас золотыми медалями, лучший бомбардир, лучший игрок, лучший тренер. Я считаю, это достойно. Спасибо организаторам за проведение этого турнира. Вклад в футбол, развитие футбола, что немаловажно в наше время. Сезон нам выдался немножко нелегким. В каком плане, что в середине чемпионата так сложилось, что нам пришлось сменить тренера. Мы в тот момент оказались были на втором месте. Шли мы неплохо, там был небольшой отрыв от первого места. Но мы потеряли тренера и остались, будем так говорить, оказались в сложной ситуации в середине сезона. Потеряли тренера, потеряли нескольких игроков. Но мы не растерялись, мы собрались в кучу. Добавили ребят, нашли ребят, кто-то к нам перешел. И удержали позицию, в принципе, до самого конца чемпионата. Но потеряли очки, будем так говорить. То есть не с прямыми конкурентами, со слабыми командами. И на 1 очко отстали от 2-го места и заняли бронзовые медали. В другій лізі золоті нагороди дісталися дебютантам – афганській громаді «Дружба», яка ще забрала 3 номінації – кращий бомбардир, тренер та гравець. Тим часом вже стартувала зимова першість, участь якій беруть 18 команд.